Всем привет, ребята, с вами я, Денис Геймерс, и сегодня я буду играть в игру под названием Off-Road Car X. Да, наверное, это всеми известная такая игра. В прошлых сериях мы играли, вот мы во что играли. В тройку игр мы даже играли, ну не в тройку, а в четвереньку игр играли. Вот мы в Гелик играли, в Крузак, потом в Каен и Off-Road Car Q. А сегодня подошла очередь и этой игры. Ну что ж, давайте начинать нажимать на плей. Да что ж ты будешь делать-то? Вот это меня реклама выбешивает. Конкретно выбешивает. И мне придется ее пропускать. При этом игра еще очень серьезно и сильно лагает, поэтому придется как-то выкручиваться из этой ситуации. Чтобы не лагало. Вот, в принципе, вот как выглядит наша BMW. Но, правда, знаете, когда я, допустим, открою ответ за рекламу, то он будет действовать всего лишь за минуту. То есть я открыл за кадром военный цвет, а остальные цвета, они открываются за время. Вот видите, time remaining to unclock. Но эти открываются за 11 часов, а этот последний, желтый, вообще открывается за 24 часа. Этот действует как максимум 8 минут, вот этот цвет. Ладно, короче, тут, кстати, есть еще не одна машина. Есть еще вот такой вот, это BMW, вот это модель X5, а вот это X6 BMW. В принципе, они ничем не отличаются. Давайте начинать нажимать на старт. И тут у нас несколько карт есть. Как максимум есть вот пустыня, лес и город. Давайте по порядку начинать. Давайте мы начнем с города. Посмотрим, как выглядит сам город. Да что ты будешь делать? Бесит меня эта реклама конкретно уже. Потому что сколько я бы раз не попадался бы на эту грёбаную рекламу, все равно попадаюсь. Ну и вот, в принципе, мы уже начали играть. Тут есть также трансмиссия и car damage. Давайте начинать, в принципе. Вот как выглядит BMW X6. В принципе. Назад мы не можем сдать, нам придется. Спасибо. Спасибо просто. Мне просто взяли и врезали. В общем, назад мы не можем сдать, только нам придется коробку передач использовать. Ну и на драйв также переключать. А вот car damage насчет этого, я не знаю. Машина не разбивается, сами знаете почему. Вот. Но она разбивается, но медленно, к сожалению, разбивается эта машина. Ладно, давайте рестарт сделаем и вернем как было. Это только модификация лишь этой игры. Да что ты будешь делать, эта реклама меня бесит. Так, сейчас мы ее пропустим по-быстрому, потому что... Она все равно действует. Она все равно действует недолго, вот эта реклама, но мы ее пропускаем. В принципе, эту рекламу. Так, car damage и трансмиссию убираем. Вот теперь, в принципе, намного лучше. Но надо сначала подзаправиться, потому что у нас и так топлива нету. Все, мы подзаправились. Тут у нас есть вот такие камеры. На автомобиле есть вот такая еще камера. Ничего себе. Это, знаете, это как камера из фильмов, я бы так сказал. Вид от первого лица есть. Ну, прикольная, я бы так сказал. Это точно не вид от первого лица. Такой вид есть и такой. Всего несколько камер. Поворотники работают, в принципе. Свет фар работает. И аварийная сигнализация тоже. Зато у нас есть какая-то скрытная миссия. City Lab. Я не знаю, что это такое, но это, по-моему, гонки. Опять эта реклама дурацкая. Как меня бесит эта реклама. Потому что, сами знаете, эта реклама меня уже надоела. Сейчас мы ее уберем по-быстрому. Все, мы ее убрали.
и посмотрим, что это у нас такое. А, я понял, мы сейчас будем соревноваться, кто быстрее доедет. Я не знаю, в принципе, соревноваться можно или нет, но... Давайте я подрежу, пожалуй, этого оппонента. Блин, я отстаю. Я, к сожалению, второй. Но это ничего страшного, я обгоню этого оппонента. Так. Ах ты ж, смотрите-ка. Тут не все так просто оказывается. Тут нам еще так-то препятствия будут мешать. Всего-то 3 круга нужно выполнить. Но я не знаю, как у меня получится, но потому что, видите, машина медленная. Ее очень сильно несет. Ее очень сильно несет. Эту тачку. Я вообще отстал от того игрока. Я не смогу его, к сожалению, догнать. Того игрока. Кстати, вот эта игра не обновилась, потому что она старенькая. Так. Не, видите, она не поворачивает. Она не поворачивает, потому что эта машина крайне неповоротливая. Вот эта BMW X5. И уж тем более, она очень плохо поворачивает. Рили, я вам говорю, она плохо поворачивает. Но я тут без шансов выиграть BMW X6, потому что она быстрее, чем я. Ну, вы сами знаете, она уже вон сколько кругов выполняет. Вы сами понимаете, что... Я не в состоянии догнать другую машину. Что это за кнопка, интересно? Ну, уже 3-й круг как максимум, но я не знаю, я ее не догоню. Я точно вам говорю, что я не догоню. Так. Респаун. А, респаун не получится. Ну, тут, видите, тут 2-е место только получится взять вот на BMW X5. Тут не получится взять 1-е место. И уж тем более, тут вообще препятствий дофига и больше. Они тут будут как раз-таки мешать. Где-то там наш оппонент. Ну вот, я выиграл, но, к сожалению, you lose, я заработал. Опять эта реклама дурацкая. Как надоело. Так, сейчас уберется. Так, все, эта реклама убралась, потому что она надоела. Ну вот видите, к сожалению, я проиграл на гонке. Ну, потому что у меня машина плохая. Ну а что вы думаете? Ладно, давайте на exit выйдем на выход. То есть в главное меню. Я говорю, в главное меню выехать. Ну или давайте в гараж зайдем, потому что кнопка гараж тут не зря так, в принципе, есть. И давайте мы, пожалуй, поменяем ее, ну, в любой цвет. Давайте, возможно, в черный цвет поменяем вот такую BMW. Остальные цвета мы не будем менять, потому что зачем нам менять цвета? И мы в этом же городе погоняем. Да что ты будешь делать? Эта реклама меня сейчас выбесит. Как вы достали уже... Со своей дурацкой недорекламой. Потому что я только начинаю записывать, у меня сразу же реклама вылезает из ниоткуда. Так, ладно. Все, мы запустили, в принципе, снова эту карту. Тут у машины, кстати, я не забыл, врезаться можно или нет. Да, можно врезаться в автомобиле. Но карта довольно небольшая. Ну, вот этот вот, естественно, город. Интересно, за пределы можно выехать или нет? Я этого не проверял, кстати, но за пределами тут, по-моему, нельзя выехать. А это что у нас тут? Фига себе. Мигалка, и у нас тут другой сигнал, кстати. Послушайте сами. Ну тут 3 сигнала как максимум и сирена. Хм. Прикольно, я никогда не видел, чтобы тут мигалку добавили сюда. Я не знаю, в принципе, сколько эта мигалка действует, но я в первый раз еду
С мигалкой. Ладно, сейчас подзаправимся. Подзаправились. А, кстати, тут другая сирена, между прочим. А сирена у нас даже за пределами карты имеется. Да уж. Полицейская сирена, я никогда ее не видел. Ну даже тут можно и посигналить. А если, допустим, на обычном сигнале, я никогда не видел, чтобы полицейскую сирену сюда именно добавили в эту игру. Так, опять эта реклама, да как надоело. Почему во всех некоторых играх разработчик до сих пор так и не убрал рекламы? Вот это странно. Но здесь у нас обычный сигнал, а вот в полицейском автомобиле сигнал совсем другой был. И у нас тут какая-то дорога имеется. Не знаю, куда она ведет, но давайте посмотрим, куда она ведет, вот эта дорога. Я по этой дороге вообще не ездил. Сейчас посмотрим, куда она ведет. Эта дорога. Тут у нас большая река, я бы так сказал. Или это море, я бы так сказал. А может быть, это залив. Не знаю, короче. Тут у нас еще и реклама. Точнее, не реклама. Чё? Прикиньте. Прикиньте, мы можем ехать по тоннелю. О, и даже эхо, прикиньте. Вот так вот, вот. Тут можно, оказывается, еще и встретить эхо своего гудка на этом автомобиле. Но, кстати, мотор тут уже совсем другой на этом автомобиле. Мне вот интересно, куда вот эта дорога ведет. Ага, вот куда она ведет, эта другая дорога. Она ведет в другой город, посмотрите-ка. Я это Риле говорю. Мы приехали в другой город. Совсем в другой город. Я этого никогда не видел. Да, это действительно другой город. Подождите-ка. Я что-то вообще не понял. Стоп. Мне кажется, или этот город скопировали с другой игры? Да ну. Не верю в это, что это другой город. У нас машина, правда, не поворачивает. Потому что управление, сами знаете, какое. Но я здесь никогда не был в этом городе. Хм. Вот эта дорога не зря, кстати, туда к нам привела. В другой город. Но жалко, тут конусы сбить нельзя. Или можно? Сейчас посмотрим. Блин, не заеду я, к сожалению. Мне надо посмотреть, как надо сбить конусы. Не, конусы не сбиваются, к сожалению. Жаль. А я бы сбил бы конусы. На этом автомобиле. Ну, мы тут, в общем, не все цвета можем протестировать, но, в общем, тут город, в принципе, один и тот же. Правда, он вымер. Потому что, как максимум, большая часть трафика здесь не ездит. Так. А это что такое? Еще что-то есть? Понятно, у меня телефон разрядился. Все, мы зарядили телефон. Но здесь у нас полицейская... Чего? На полицейской BMW нужно ехать? Давайте попробуем. Там stop the intruder. Так, сейчас куда это надо ехать-то? По стрелкам надо ехать, я так думаю. Вижу. Этого нужно догнать, я понял. Да что ж ты будешь делать-то, лагает очень сильно. Надо догнать этого преступника. Я понял все. В чем тут заключается и... погоня? Тут, оказывается, тут можно догнать преступника, но я не могу этого сделать. А он там врезался в машину. Он врезался в машину. Получай.
Блин, я его не поймал. Я его не поймал, нужно его словить. Все. Попался, преступник. Все, мы поймали его. Мы поймали этого преступника. Ладно, вырублю эту сирену, потому что она надоела. Здесь у нас еще одна какая-то гонка. Давайте подзаправимся. Все, подзаправились. Интересно, что это за гонка вообще? City Lab 3. Так, опять сейчас реклама будет. Не успел опять. Сейчас я пропущу эту рекламу, потому что она меня уже бесит. Итак, в общем, я пропустил эту грёбаную рекламу, потому что она надоела. Эта реклама уже постоянно выбешивает меня. Ага. Снова гонка с BMW X6. Но я не знаю, как я тут выиграю его, этого оппонента. Что ты делаешь-то? Блин, лагает игра. Но ничего страшного. Давай, езжай, оппонент. Блин, я затупил. Но ничего, я его так-то могу догнать. Да что так лагает очень сильно? Хватит лагать, игра, ну нечестно так. Ну, Рилли, что это такое вообще? Смотрите, она очень сильно лагает. Я не знаю, из-за какой причины эта игра лагает. Скорее всего, либо оппонент использует лаги, либо у меня уведомления очень сильно глючат. Но вы сами понимаете, что тут не получится. Сделать 3 круга и уж тем более приехать первым. Вроде как перестала лагать, но мне кажется, это ненадолго, потому что сейчас все равно будет лагать эта игра. Не знаю, по какой причине у меня начинает лагать. Хотя я даже ничего не использовал. О, походу оппонент куда-то врезался. Так, ну... У меня машина не поворачивает при этом. Куда это он поехал-то? Фига себе. Какие они дороги придумали. Видите, очень сильно лагает игра. Ладно, я принимаю вообще... я принимаю вообще уйти из этой миссии. Я Риле говорю, потому что... Ну, тут не получается выиграть этого оппонента. Да и уж тем более. Игра очень сильно глючит. Так, Рилли, игра сильно глючит. Из-за того, что гонки-то понятное дело, что идут. Ладно, короче, выходим отсюда нафиг, потому что меня уже конкретно достало. Так, ладно. Да, вот видите, военный цвет уже закрылся. Мы протестировали, кстати, военный цвет на этом BMW X5. Теперь давайте протестируем следующую машину. Это у нас вот это вот, BMW X6, на которой оппонент ездил. Но синий цвет мы не можем перекрасить, так как нужно ждать, как бы. И давайте мы, пожалуй, не будем ждать, потому что, ну, все равно эта игра никому не интересна. Мы просто ради интереса протестируем карты. Давайте мы поедем в лес, посмотрим, что там у нас имеется. Главное, чтобы опять эта грёбаная реклама. Чего? Не понял юмора. Так. Чё это за фигня вообще? Куда нас отреспаунить успело? Ну и вот, в принципе, всё. Вот так вот выглядит. В принципе, BMW X6. Вот она, в красном цвете. Но тут, кстати, имеется эффект следов на этом автомобиле. Ну, именно в лесу, по крайней мере. Я на BMW X6 никогда не ездил. И уж тем более надо удалять эту игру, потому что, понятное дело, что тут очень сильно лагает из-за этого. Но карту лес мы уже и так видели, понятное дело, много раз. В принципе, мы ее уже тестировали. Но почему, правда, следы остаются на этой машине?
Хотя я еду не с быстрой скоростью-то. Так, ну камеры, в принципе, остались такими же. Вот такая вот камера. В принципе, а у нас машина, в принципе, дальше едет. Ну и вид такой же, в принципе, от первого лица. Ну да ладно, в принципе. В общем, карта лес, как карта лес. Теперь давайте снова в гараж зайдем. Опять сейчас реклама, скорее всего, будет. Но давайте тогда протестируем вот такой цвет на BMW X6. Но, правда, сейчас будет реклама, поэтому я ее пропущу сейчас. Итак, в общем, я открыл вот такой вот цвет на BMW X5. Вот он как выглядит. Необычный, короче, цвет. Вообще какой-то непонятный, я бы так сказал. Действует 4 минуты, поэтому успеем еще. Давайте пока покатаемся в пустыне. В городе мы уже покатались, мы уже даже встретили и старый город. Но непонятно, что он вообще делает, тут старый город. Но карта пустыня, как карта пустыня. Понятно все, я вообще перевернулся. Ну хорошо, что есть кнопка, где можно перевернуть автомобиль, а то бы, если бы не было бы кнопки, тогда бы машина бы точно не перевернулась бы. Блин, очень сильно лагает игра, реально очень сильно, всего 10 FPS как максимум проседает на этой игре и все. И больше никак. Я, конечно, да, знаю, что я могу пропустить некоторые цвета, но там больше уже некуда ехать, потому что там все предел карты и все. На этой пустыне. В общем, в принципе, вот так вот. В общем, ладно, вот такая вот игра Offroad Car X. С двумя машинами, конечно, мы протестировали, но 11 часов и 24 часа я ждать не намерен. Поэтому всем спасибо за просмотр, кто смотрел данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. И всем пока.